Ладно, у меня зато есть дверь. Меня, в принципе, не должно разнести. Понял, все. Всем привет, рада видеть вас на моем канале Тилькаплей. Я Наташа, мы продолжаем играть с вами в Inside. В прошлой серии мы с вами остановились вот где-то вот тут вот. Вот тут различные головоломочки, нам ее нужно решить. Так, я немножко забыла, как играть в эту игру. Но вроде бы сейчас вспомню. Надеюсь, что сложности не прям возникнет. Нам нужно, я так понимаю, по нескольким этажам здесь поездить, собрать, наверное, мобов, чтобы они нам как-то, скорее всего, помогли с тем, что мы делаем. Так, что это такое? Ого. Что я вообще делаю? Я не понимаю. Ой, а если я не вернусь? Это кто? О! Пацаны! Пацаны, привет! Чё стоим, чё пердим, кого ждём? Так. У меня проблема. Потому что я не уверена, что я сейчас смогу всё вот это сделать. Только не захлёбывайся. Давай, подыши воздушком. Нырнул. Пошёл вперёд. Давай, хорошо, наверх, пузырьки пока не пошли, значит, еще живой. Может, это пузырьки из другого места. Ну, я так думаю, раз уж нас сюда игра пустила, то, значит, мы идем в верном направлении, значит, все пока что делается правильно. Было бы плохо, если бы мы сюда спрыгнули, и тут такие бы, все. Но, вроде бы, как тут все хорошо, так, снова, I came, На-н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 а. Та-та-ри-ти-ти-ти-ти-ти. Опа! Оп, хорошо, прыгнул. Молодец. Главное, чтобы ничего не треснуло. Я так понимаю, что нам сейчас нужно будет воткнуться вот в ту фигню, которая там стояла, чтобы управлять пацанами. Так что, пацаны, работаем. Ой-ой-ой. Так, и чё? Пацаны, гоу за мной. Смотрите, я сломала. Я вами управляю вот так. Смотри. Эй, Ваньки. Смотрите, Ваньки. Ваньки, подкиньте меня. Ваньки. Поднимите меня. О, какие хорошие Ваньки. Я так и знала. Так, Ваньки за мной. Ваньки за мной. Я вам сейчас спущу лифт. И вы со мной поедете. На веселую вечеринку. Так, я еду к вам. Заходите, пацаны. Доставка. Спецборд. Да тихо, спокойно. Ну, вы успеете все. Жду прям. Мне кажется, они хотят что-то со мной сделать. Мне кажется, они на меня смотрят. Они на меня слюни свои выделяют. Пошли, пацаны, за мной. Такие потненькие мужички, такие работнички. Я там одно местечко видела. Надо попытаться его поднять. Вы мне тоже, опять-таки, для этого нужны. Потому что вы такие хорошие пацаны вообще. Люблю работящих мужчин. В теории они меня могут поднять здесь, но мы давайте попробуем вот это вот сейчас поднять, а там посмотрим. Вы сможете вот это вот взять? Все вместе. Давайте, хватайте. О-о-о! Вот это нас уже целая толпа. Не знаю зачем. Но, ребята, вам надо меня снова поднять. Какие хорошие. Так приятно, что хоть кто-то что-то мне делает приятное. Они меня поднимают. Кто такие ребята вообще? Так. Они меня куда-то катят. Нормально, я их развела, да? Извините, пацаны, тут наши пути, видимо, расходятся. Я иду дальше, а вы нет. Что-то мне не нравится вот эта штука. Так, что? Что? Ну? И чё? Силёнок не хватает, что ли? Надо, видать, сюда как-то пацанов привести моих. А я чё, знаю как, что ли? Пацаны, отпустите, хорош. Давайте обратно эту херню катим. Все вместе навались и... Тянем, потянем! Тянем, утянем! Рать, два! Ать, два. Может быть, там сверху есть пацаны? Может быть, я могу с собой новую толпу привести, кто знает. Давайте, я же в ту сторону не ходила. Так, пацаны, поднимите меня.
кидай. Да вот, кидай, ну что, не видишь? Да куда ты меня кинул, дурачок? Вот сюда мне надо. Вот, а то кинули меня хер пойми куда. Ну вы тоже ума палата. Я, конечно, понимаю, что у вас нет глаз, но это не повод. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Может быть, здесь реально пацаны? Нихуха. Слушайте, я могу эту штуку перепрыгнуть? Просто чисто ради... Не надо катить, дурачье! Назад кати! Назад кати! Дурачки! Назад надо было катить, вы чё? Блин, вы такие глупые, конечно, дундульки. Но я там не могу эту штуку снять. Мне их надо как-то с собой приволочь. Может быть, на лифте? Пацаны, пошли со мной. Пацаны. Ты, поехали. У нас все еще есть лифт. И он нас может отвезти на следующие этажи. Вставайте. Поехали на второй этаж. Сейчас соберем тут толпу фанатиков. Блин, они за мной ходят, меня это напрягает. А еще, мне кажется, они немного меня едят. Давайте посмотрим, что у нас есть тут. 19. Да что ты делаешь? Господи, перестаньте меня восхвалять. Мне надо сюда моих додиков поставить. Тогда что-то произойдет. Короче, мне нужно собрать реально толпу пацанов. Ну, гоу, пацаны, давайте сбегаем в другую сторону. Посмотрим, что у нас с этой стороны. Мне нужно прям их привести туда целую толпень. То есть мне ее нужно еще где-то высрать. Вот это прикол. Они хрюкают. Меня это немножко напрягает. Или кто-то из них рыгает. Там из них какой-то малыш зачесался. Не нравится мне тут бегать. У меня теперь фобия. Мне кажется, что здесь сейчас из-за какого-нибудь угла выбегут собаки. Так, пацаны, поднимайте гурьбой. Давайте. И тянем. Вот так вот. Все, супер. Смотрите, еще новые пацаны. Так, а насколько сейчас хорошая мысля спрыгивать вниз? Пацаны, вы же со мной? Пацаны, вы не со мной. Это плохо кончится. А как же мне к вам? Это, может, они меня должны кинуть? Пацаны, а давайте вы меня сейчас кинете. Давайте. Да Господи, вы должны меня кинуть. Не надо кашлять. Ну-ка. Во! Ловите новых дурачков. Так. Понял. Сейчас, пацаны, вам придется потерпеть. Так, надо чуть-чуть раньше. Какой-то отклик дурацкий. Сейчас получится. Опа! Пацаны, привет! Я новеньких нашел! Все, гурьба! Пошли, пацаны! Там какой-то голенький из них один без трусов приехал. Ну, ничего страшного. Я им на органы не смотрю, я их за собой просто веду. Сколько вас тут, мне интересно? Нужная сумма или нужно еще выше подняться? Сейчас придется проверять. А вы что думали? Мне кажется, если на меня нападет собака, они меня защитят. Они прикроют меня своей грудью. Они скажут, нет, не трогайте Наташку. Я скажу... Молодцы. Моя школа. Хорошие ребята. Четкие. Крутые. Так. Давайте сейчас посчитаемся. Ну, чисто расчет идиотов. Надо 20. Ну, здесь, наверное, не 20. Встаньте, пожалуйста. 7 еще надо.
хрена себе, откроется дверь, видимо, да? О, боже, у меня два голожопых в трусах. Так, ну что, пацаны, едем выше с вами, на третий этаж. Заходите все, все до одного. Нам каждая душа важна. Абсолютно. Давайте собирать на третьем этаже, пацанов. На третьем этаже я, по-моему, ни разу не была. Так, давайте пойдем в ту сторону. Мне кажется, в той стороне как-то побезопасней. Какие такие бегают, дурачки. О! О! Смотрите, пацаны. Еще трое. Хватайте все вместе. Навались. А, их надо скинуть? Я с вами вернусь. Мне кажется, от них осталась только лепешка. Это на втором этаже. Хорошо, сейчас вернемся на второй этаж. Там было их двое или трое где-то. Но нам все еще не хватает парочки, по-моему. Там было, по-моему, семи не хватало, да? Ну, давайте сначала посмотрим, что у нас тут есть. Так, пацаны, вам придется меня снова кинуть. Нет, пацаны, еще раз и... Хоп. Так, подождите меня здесь, я скоро вернусь. Я ваш король. О! А чё лежим? Вставай! Тут этот остаток. А почему он лежит? Бухой, что ли? А чё он лежит? Пацаны, а вы вернете его к жизни? Или это типа просто один такой у нас особенный? Ну, теперь у нас есть один. Поехали вниз. За остатками роскоши. На второй этаж. Оп. Все зашли? Да! Да! Как-то вот это вот мне их собирать совсем не нравится, но... Приходится, приходится. Один вообще жмурик. Недоделанный. Ну, то есть он как бы когда-то был доделанный, но теперь его компетенция все, и он как бы... А, эти тоже все? Вставайте, вставайте, пацаны. Хорош бухать. Побухали и хватит, пошли. Праздники кончились. За мной. Моя строительная бригада. Я как будто главный бригадир. Или как он там называется? По-моему, бригадир, да? Но, не видишь, один в строительной каске, поэтому живой. Остальные без строительных касок, где-то их потеряли. Сейчас еще следующий квест. Найдите все строительные каски для всех пацанов. Не-не-не, так не пойдет. Так, тут где-то лежит один жмурик. Надо его донести сюда. Ну-ка. Пацаны, я вашего принес. Подождите. А че, троих не хватает? А где они? Пацаны, нам кого-то еще не хватает. У нас проблемы. Я вроде бы со всех сторон побегала, поискала вас. А почему-то не хватает троих. Трое, наверное, еще за стеной вот этой вот. Но я не понимаю, как ее взломать. Может быть, надо больше пацанов? Хотите? Поехали. Они там один кому-то палец в жопу засунул. Видишь, я все вижу. Меня не проведешь. Может быть, надо... Я поняла! Господи, я все понял. Так, пацаны, давайте еще раз отодвигай. Короче, надо отодвинуть этот вагончик и туда за вагончик забежать. Все, я поняла. Вот я тупой. Сначала вот на эту херню, короче, прыгаешь, чтобы не разбиться, а потом с нее спрыгиваешь и бежишь. Все, я понял. Так, пацаны, давайте последний разочек меня поднимаем. Да куда ж вы меня не туда кидаете? Пацаны, наверх. Вверх, знаете, что такое? Вот. Молодцы, справились. Хвалю! Я понял, я реал понял. У меня открылись сейчас глаза, смотри. Вот, и вот сюда. Опа! Нет, не сюда. У меня тут, очевидно, вот одна доска какая-то. А, может быть... Господи, вот тупая. Мне надо было не отламывать доску, а лезть наверх. Но всегда бывает в первый раз. Когда ты тупой немножко. За мной никто там не бежит? Да, я тут бегаю и думаю, как же мне выломать эту дверь. Оказывается, все было проще. Так, вот первый чувак. А, вон они, три штучки.
Так, что мне делать? Пацаны, опускайтесь. Мне не понравилось. Я думаю, я все сделала правильно. Ой, ой, свалились. Так, пошли, я ваших друганов нашла. Пойдем. Все за мной, пацаны. За мной, вперед. Вперед, вперед, вперед. Все, три последних дурачка найдены. Опа. А, нет, показалось. Я думала, тут женщина сидит вот эта вот волосатая. Гоу за мной, пацаны, я создал. Прыгайте. Прыгайте, делайте как я. Правильно, молодцы. Мы прям один за всех и все за одного. Так, пацаны, ловите меня. Опа, батьку. Правильно, этих не ловить, они недостойны. А вот я достойна. Меня надо ловить. Потому что I'm a bitch, I'm a boss. Так, это было на этом этаже или на следующем? По-моему, на втором этаже, да, было? А, подожди, а ты что сдвинулся? Для нас раскрылись двери. Пацаны, пошли. Пацаны, за мной. Вы что стоите? Ой. Молния ударила мне в колпак. Теперь я не могу управлять своими пацанами. Что это такое? Что происходит? Я так понимаю, что мне нужно просто успевать пробегать, пока меня вот эта вот волна не херанула. Бежим, бежим. Мы справились, все хорошо, все под контролем было. Что это такое? Что это? Так, а это что такое? Это они типа что делают? Хрена себе приколы, вы видали такое вообще? Я не понимаю здесь, здесь непонятно. Все, мы сейчас будем здесь разрываться на тысячи чертей. Ать! Хе-хе, ручка улетела в экранчик. Так, я не понимаю, что делать. Наверное, вот так. На серединку типа засунули. Вот. А дальше как? А дальше я успею пробежать? А дальше как мне? Подождите, не-не-не. Это какая-то херня. Я, короче, понял. Надо тут поймать тайминг на эту херню. Вот, четко. Вот так надо было сделать. И теперь нам надо с этой херней вместе бежать просто. И все будет. Вот, отлично, сработало. Я же говорю, здесь надо поймать правильный тайминг и понять, как это вообще работает и как не работает. Так, а вот тут это работает? Вот этот прикол, прорвало. Так, не надо же заново отсюда?
Все. Повезло. Я кого-то тут раскрыла. Ой, пацаны, вам хана. А, это какое-то испытание, типа того. Ладно, у меня зато есть дверь. Меня, в принципе, не должно разнести. А-а-а, понял. Все, хорошо, я поняла. Здесь немножко не так работает. На открытых площадях меня может разнести. Типа меня взрывной волной откидывает. Здесь надо успеть просто пробежать сейчас будет после волны. Все, побежали. Тут просто страховка была. Блин. Слишком долго разгоняется эту шарлайку-болтайку. Ничего, справимся. Кстати, не забудьте потом написать в комментариях, сколько раз я здесь сдохла, потому что, мне кажется, я здесь сдохну очень быстро. Да, там, где есть вот эта страховка, все зашибись. Эть, успела. Успела, успела. Так, здесь что? Возьмите нас. А, так, а как мне тут быть-то? Мне ждать, пока меня рука возьмет гигантская или что? Я нихера не понимаю, как мне тут-то быть. Офигеть, тут сложно началось. Я же была там! Слышь? Может, мне надо запрыгнуть на эту херню? Да нет. Отстань! Ребят, ну я не понимаю. Если ты понимаешь, что ты молодец, я не понимаю, я тупой. Туда не двигается. Голову спрячь. Так, хорошо, я поймала тайминг. Да хрен! Да еба, вы чё, охерели что ли? Я едва-едва проскочила, а вы меня тут уже опять кошмарите? Капец. Это было очень сложно. Мне не нравится вот эта вот взрывная непонятная волна. Чего она дает, зачем она это делает, тоже непонятно. Так, она тоже здесь, да, убивает? Или нет? Нет, здесь вроде не убивает. Что-то мне такое ощущение, что у нас как бы конец. Как-то такая музычка была умиротворенная, как будто мы приближаемся с вами к концу. Я, конечно, не уверена в этом, но сейчас узнаем. Возможно, здесь была такая музыка из-за того, что там было супер напряженно, чтобы хоть как-то у нас пукан-то переставал гореть, а то все сгорит и все, и что делать? Ой-ой-ой-ой! Ебу! О-о-о! Спокойно! Не надо мне ломать лифт! Ё-моё! А! Держись, пацан! Я прям как в батискафе. Все, хана. Захлебнулись. А что мне делать-то? А, понял. Ну все, мы сейчас поплывем к Посейдону. Давай, давай, не надо буль-буль-буль делать. Без буль-буль-буль. Еле выжили, еле спаслись. Но продолжим с вами в следующей серии. Вон, видишь, пацан аж с ума сошел. Пишите, как вам это, сколько раз я здесь умерла, и увидимся с вами уже очень скоро. Пока.